меня солнышко, да? Засмущалась? Бежала. Ты засмущалась, что ли? Играшка? Ты засмущалась? А что ты смущаешься? Не надо смущаться. Ну, ползти хочешь? А тебе еще рано, маменька. Чуть попозже, попозже будешь ты ползти, птенчик, еще рано. Рано, маменька. Маленькая моя, идет. Не получается еще. Скоро получится. Это кто там такая девочка красивая? Кто это красивая девочка? Ты знаешь эту красивую девочку? Ты знаешь ее? Мама, хочу ее съесть. Ты знаешь, кто это? Маленькая моя. Сейчас ты свалишься такими темпами. А, диван-то заканчивается. Все, закончился диван. Опля. Говорит, это такая ягоза, она не сидит на месте, не лежит на месте вообще. Целыми днями она крутится, вертится, поэтому, наверное, она слабо набирает вес. Ну, не слабо, а в принципе, они с сыном набирают одинаково, просто сын более такой крупный, и у него этот вес виден, у нее он не виден. Ползти хочет уже, но нам еще рано. Съем я тебя. Молодец, моя девочка. Умница мамина, солнышко, мамина гордость. Молодец. Она труженица еще та, если у нее не получается, она будет пытаться. Сынуля, если у него что-то не получается, один раз, два раз, три раза, он начинает злиться, нервничать и как бы ныть. Она не ноет. Да. Подняла попку. Ой, все, диван закончился. Все, закрываю, мама, камеру. Сейчас положу тебя на пол, будешь там ползать. Мои хорошие, во веки веков Зиграшка спит. Мы с сыном тут одни. Она уснула сегодня, она целый день сонная. Ну, видимо, из-за массажа. Вот. Я запекаю в духовке картофель. Пожарила ножки, которые замариновала. Сейчас буду кушать мороженое. Да, мамина? Да, сейчас мама будет кушать мороженое. Да. А ты что думал? Все так просто, что ли? Все мороженое надо кушать. Тебе пока рано. Да. Ой. Этот наш коврик, я его раздела, оставила без подгузника на этом коврике. Он, естественно, все обсыкал. Почистила. Жду теперь, пока подсохнет. Мамин, солнышко, что ты там жуешь? У него усердно все тянется в рот, жуется, так как зубики лезут. У меня вопрос мамочкам. Вот как вы кушаете вот то, что нельзя маленьким детям, когда они вот так вот на вас смотрят? Вот он явно хочет это мороженое, и я не могу, естественно, перед ним его кушать. Ну как? Как? Перед тем, как заснуть, каждый вечер она нам устраивает вот такие концерты. Это ее сонные песенки называются. Она ноет вот так, а потом... Хотел встать на четвереньки, не получилось, упал. Она ноет вот так, потом засыпает потихонечку. И так каждую ночь. Вот, к 12 где-то она заснет.
кто кого перекричит. Привет, мои хорошие, у нас утро. Вот, дети еще спят. Взвешиваюсь. Там многие предположили, что у меня весы не работают. Нет, мои хорошие, весы у меня работают. Просто у меня вес вот такой вот. Видите, сегодня 66,1. Он у меня скачет туда-сюда, туда-сюда. Куда бы я поставила, там посоветовали переложить в другое место. Пожалуйста. В другом месте. Вот, пожалуйста. Так что у меня с весами все в порядке. Это у меня вес такой. Неделю может быть 66,6, а потом один день 66. Но меньше 66 у меня он еще не падал. К вечеру, конечно же, вес больше, потому что за целый день столько всего покушаете. Погода пасмурная, дождик. Я не знаю, что это у нас. С утра пасмурная погода, потом хорошая. Ой, сейчас через полтора часа придет массажистка наша. По поводу драцена мне написали, что самое лучшее, что можно сделать, это срезать верхушку. Так, скорее всего, я и сделаю, потому что по-другому никак. Она, вот эта нижняя часть вообще мне не нравится. Срежу верхушку, корни дают быстро. Я не связывалась до сих пор с драценной пересадкой, именно чтобы корни отращивать и так далее. Поэтому не знала. Спасибо, мои хорошие, за совет. Я обязательно так сделаю на днях, срежу верхушку, вон пышную самую часть. Наверное, даже две драцены сделаю. Вот раз и вот вторая. Скорее всего, так и будет. Ой, пойду посмотрю, что там мои детки. Как они там? Мамины птенчики, как я и говорила, всегда полуоткрытое окно бывает, чтобы свежий воздух заходил ночью. Пусть еще поспят немножко. Так, я пойду умоюсь и буду готовить завтрак. Мои хорошие, я подумала, к черту завтрак. 5-10 минут ничего не порешает, и решила сделать масочки. Пока мои спят, полежу с пальчиками. Вот они вот бегают, потому что много жидкости под ними, они скользят. А вот когда вы наносите вот такие патчи, нельзя ходить с ними и сидеть тоже. Потому что они когда по мере подсыхания, они как бы прилипают к вашей коже, и под своей тяжестью начинает вашу нежную кожу тянуть вниз. Вы этого не замечаете. Они и так скользят. Вот. Но когда вы наносите такие патчи, вообще любую маску, лучше лежать. Да-да-да. Лежать, а не ходить туда-сюда, жевать и так далее. Вот так вот. Надо мне их в холодильник переложить, потому что уже тепло, да и в ванной тепло. Руки никак не дойдут переложить их в холодильник. Такая вот я. Вот сегодня точно переложу. Обязательно. Мои хорошие, у нас был второй день массажа сегодня. А после массажа сделали... Точнее, я сама сделала дочке парафин, наложила на шейку, в область шейки. И вот она уснула на мне. Она спит, так спит, открывает глазки, спит, открывает глазки.
уложить в кровать не могу, там она вообще не спит. Сынуля спит. После массажа поел и уснул сразу. Посмотрим, сколько мой птенчик на мне полежит. Мы собирались еще к свекрови пойти сегодня. Не знаю, получится или нет. Так, закрою камеру. Кузу! Зера! Сенин гёздер кючулда, ама ние уйумуя? Сен ерин ма арьё? Насы я уйуямш? Солнышко! Мамина! Устала, сонная. Ну ни за что она спать не будет. Ой, кусувар, ама уйминчак табеки. А как гельд гальбур? Кажется, наш папочка пришел. Мы у свекрови. К ней приходили сегодня подруги, соседки и так далее, чтобы детей увидеть. Алло! Папа полисал. Он уйо. Он уйо. Эвет. При себе. Ио, бираз онче. Бурда насы бы шее. Ляпты. Найди, тайр, шея. Вот, поиграли с ним все. Насы гюрю она, насы гюрю, вот шее япью. Эзит этмедилер. Он гюрмейдер. Ха? Йок, бу да. Эзит этмедилер. Başladı bağırmaya bu da. Да, маминя, маленькая моя девочка, на меня смотри, ты на маму не хочешь смотреть, да, не хочешь на маму смотреть, да, да, солнышко мое, солнышко. У нее постоянно теперь слюнки текут, она еще языком их вытаскивает. Папа слюнки. Ага, папа пришел обниматься, целоваться. Эй! Папа пришел, да? Эдилер каптылар. Машина, да? Уйттун мастамысы? Хади, гел. Gel, gel. Hadi. Hadi, hoppa. Bir daha. Bu masanın rengi mi öyle ya? Evet. Boyama. Gönderdin mi fotoğrafı? Yok, şimdi gönderdim. Bu Tamer yaptı, Tamer. Hmm. Bu hazır. Tamer hediyesi o. Hediye mi bu? Hacer'de şey, cam, ne? Телевизион сельпасы яптычанда. Сонам Мурата верим, Мурат кому-то бетне верит, айналда. А, мамин, птенчик. А? Ти, мамин, птенчик. А ну покажи язычок, покажи язычок. Покажи свой язычок, покажи. Ой, чё, бабусик, бабуси, бабулизю, бабальясь, бабальясь, бабальясь. Бабальясь — это на родном языке мамина девочка. На моем родном языке. Что, не спрашивали, на каком языке я разговариваю тут. Маленькая моя, маленькая моя. У ее тети тоже в детстве была привычка, и по сей день есть привычка вот эту нижнюю губу выпирать, верхнюю кусать. И что? И что? И что? И что дальше? И что дальше? Какая девочка. Дать тебе телефон, дать, дать? Дать? Телефон дать тебе? А? Ой, какая красивая. Какая красавица. Откуда такая девочка?